что у нас будет мокрый финал сезона. Мы не были к этому готовы. Ну, вернее, мы были к этому готовы, но это всегда неприятно, поэтому что уж поделать. Пойдемте. Я вошла после парада пилотов. Посмотрите, у нас 3 раза выключали электричество, и 3 раза пришлось парад переписывать. Я вся мокрая. Вот, блядь, вот так. Этот парень к дождю, потому что на юге всегда тепло. Представитель самого южного города, мне кажется, сейчас среди участников. Из города Ростова-на-Дону под стартовым номером 221